Планы Роснефти включить государственную нефтекомпанию Венесуэлы в свою корпоративную структуру в обмен на списание долгов помешают западным компаниям удовлетворить спрос на газ в странах Азии, пишет издание American Thinker. В конце октября сообщения в российских СМИ подтвердили, что российская группа энергетических компаний Роснефть планирует включить государственную нефтяную компанию Венесуэлы Petróleos de Venezuela в свою корпоративную структуру в обмен на списание долгов. Это, по мнению издания, создаст препятствия американским, канадским и мексиканским нефтегазовым компаниям для удовлетворения спроса на природный газ из стран, не входящих в ОСР. Кроме того, это позволит Москве использовать закупки венесуэльского природного газа в качестве геополитического инструмента, отмечает автор. Управление по энергетической информации США прогнозирует, что потребление природного газа в Азии будет продолжать опережать поставки. Потребление природного газа в Китае увеличится втрое в период с 2018 по 2050 годы, прогнозируют в ведомстве. То, что российский энергетический гигант выкупает у Венесуэлы лучший источник твердой валюты и самый мощный движущий внутриэкономический фактор – иллюстрация последствий американских санкций. Венесуэльская экономика, зависящая от режима и основанная на добыче нефти и природного газа, находится на грани краха, пишет издание. Автор отмечает, режиму президента Мадуро также следует разобраться со своей задолженностью в размере порядка 40 миллиардов долларов Китаю. Получат ли китайцы долю Petróleos de Venezuela? Если да, то как это повлияет на текущие торговые переговоры между США и Китаем? Эти геополитические решения указывают на то, что слияние российской и венесуэльской компаний порождает больше вопросов, чем ответов, завершает статью автор. Китай борется с интернет-зависимостью среди несовершеннолетних. В соцсетях активно обсуждаются новые регуляции, введенные правительством страны. Издание «Гуанчо» приводит на своих страницах некоторые комментарии по этому поводу. Теперь не достигшие 18 лет подростки не смогут играть в онлайн-игры с 10 вечера до 8 утра. Изменилось и суммарное время. Проводить в виртуальной игре теперь можно не более 1,5 часа в день и не более 3 часов по выходным и в праздники. Реакция читателей не заставила себя ждать. Теперь дети начнут играть под логинами от Основная причина того, что дети играют всю ночь напролет – безответственность родителей. Национальная политика всего лишь вспомогательное средство. Главное должно решаться в семье, написал один из читателей, критикующий родителей. Ресурс приводит и другие мнения, ставящие под сомнение целесообразность новых запретов. «Когда я был маленьким, у меня не было мобильного телефона, у меня не было онлайн-игр, и мы, как и все дети, были зависимы от других вещей, таких как видеоигры, телевизоры, романы, комиксы и так далее. Страна запрещала нам это? С чего вдруг сейчас?» Такое отношение. Недоумевают читатели. 60% комментариев все же одобрительные. Однако, кто бы что ни писал, эти правила заработают уже в ближайшее время, отмечает источник. Издание также рассказывает, что согласно новому документу, всем пользователям онлайн-игр необходимо теперь зарегистрироваться со своей идентификационной информацией. Правительство сейчас работает над объединением этих данных и усилением защиты, делится подробностями источник. Также по новым правилам геймеры в возрасте от 8 до 16 лет могут тратить на онлайн-игры не более 200 юаней в месяц, это порядка 30 долларов. Подобные меры будут применены на всех доступных в Поднебесной онлайн-платформах. В Google нашли способ борьбы с вредоносными программами в Android-смартфонах, сообщает издание Ars Technica. Android – лидирующая операционная система в смартфонах. Из-за ее открытости различные типы прикладного программного обеспечения появляются с большой скоростью. Именно по этой причине вместе с полезным ПО активно распространяются и вредоносные программы. В Google решили более плотно заняться этой проблемой, сообщает издание. Теперь компания будет сотрудничать с 3 поставщиками программного обеспечения для мобильной безопасности – Asset, Lookout из Imperium, чтобы сформировать альянс защиты приложений. По словам представителя Google, эти партнеры эффективно расправлялись с вредоносными программами и были признаны аналитиками отрасли. Android Central сообщает, что 3 партнера по безопасности могут делиться образцами приложений Google Play с Google. Все они помечены и классифицированы для дальнейшей обработки при обнаружении вредоносного ПО. Что касается вредоносных программ, у нас не было возможности бороться с ними так, как мы хотели бы. Альянс защиты приложений позволяет нам вывести экосистемный подход на новый уровень. Мы можем обмениваться информацией, расширить обзор этих приложений и применить их, чтобы сделать пользователей более защищенными. Делится подробностями Дэйв Клайдермахер, глава отдела безопасности и конфиденциальности Android. По его словам, главная цель партнеров – обеспечить безопасность Google Play и быстро найти потенциально опасные приложения.